В Доме правительства Чувашии прошла еще одна рабочая встреча с руководителями банков. В ней участвовали исполняющий обязанности министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Участники обсудили состояние банковского сектора республики, проблемы и тенденции. Один из важных вопросов – подготовка к столетию чувашской автономии. Уже сейчас необходимо сформировать актуальную для региона деловую повестку. В этом плане правительство рассчитывает на помощь банковского сообщества и ждет интересных предложений, проектов. По мнению Михаила Ноздрякова, главное критерии – польза для людей, бизнеса и экономики в целом. Такие встречи станут регулярными.